Слава Богу, брати і сестри! Ми сьогодні зібралися знову в молитвеному домі. У нас похоронне служіння. Відійшла вічність сестра Ганна Бойко. Ганна Бойко. Вже почти 93 роки, скоро мало декілька, небагато часу оставалось. 92 роки, до 93 років прожила сестра Ганна. Мама, сестра з великої сім'ї, дочка з великої сім'ї, велику сім'ю має. Ви представляєте, якби ще зібралися її брати і сестри. А там ще якби потягнулося раніше, наша генерація, покоління за поколінням йшло, поки родилися. І ми ще не знаємо, ще скільки виросте. Хай вас Бог благословить. Прийміть наше сочувствие, соболезнування, співчуття від нашої церкви, від нас всіх, від мене, від родини. Мені дуже нравилась мама і ваша, хоч вона була не так багато. Достатньо часу була в церкві, завжди спокійна. Завжди спокійна, завжди говорила, що я молюсь за вас, благословляю вас. І дуже потрібне благословення для всіх. Для всіх людей потрібне благословення. Особливо вона молилась і за служителів, браті і сестри. Це є дуже велике, це є цінно в очах Господніх, хто піддержує діло Господнє. Хто піддержує діло Господнє. І ми сьогодні будемо знову мати це служіння. Ми віддаємо честь для тіла, для людини, для сестри Ганни. Прийшли побути разом з родиною, поспівчувати, заспівати Слово Боже, помолитись за родину. Хай Бог потішить серця, браті і сестри. Хай Бог потішить ваші серця і будьте благословені. Ми будемо просити, на все ми просимо Боже благословення. Перед тим, як ми будемо всі молитись, я прочитаю Слово Боже в потіху вашу. Потіху вашу, потішить вас, утішить вас. І слово та же для нас всіх живих, слово Боже написано. Перше послання Коринфянам, 15 глава. Я дуже люблю цю главу. Дуже люблю цю главу. Я читаю з 50-го стиха. «Но то скажу вам, браття, що плоть і кров не можуть наслідувати Царствие Божие, і тлення не наслідує нетлення. Говорю вам тайну». Не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному этому надлежит облечься в нетление, и смертному этому облечься в бессмертие. Когда же тление, когда же тленное это облечется в нетление, и смертное это облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное, поглощена смерть победою. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти грех, а сила греха закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. Тут написано и так, братья, родина, діти, внуки, правнуки, держіться учення. Бог дарує нам победу. У нас є велика надія, братья, сестри. Прийде день, все зміниться. Все зміниться, ми будемо разом вічно в небі. З своїми родичами, своїми батьками, всі. Для смерті, для тих, хто мер, то Слово Боже, що вони переміняться, що вони воскреснуть нетленними. А ми живі перемінимось, браття і сестри, як доживемо приходу Ісуса Христа. У нас є велика надія. Хай це Слово буде потіхою для вас, для також для нас. Ще ми будемо слухати проповіді, будемо співати. Перед тим всім ми завжди просимо на все, ми просимо на цей день, як ми буде, хто буде на цвинтарі, на це все, що сьогодні відбувається з похоронним служінням, щоб Бог благословив, щоб у всьому було Боже благословення. Ми встанемо на наші ноги і дякуємо, і просимо Боже благословення. Господі, я дякую Тобі за цей день, Господь, що ми можемо бути в домі молитви. Господі, це день печалі для родини Бойко, для родини всіх, Господь, хто належить до цієї родини. Несен, Чеховський, Господі, Максюки, багато дітей, Господі, велика родина, внуки, правнуки, Господі, відійшла вічність їхня мама, бабушка, прабабушка. Господі, благословенна родина, благослови, Господь. І ми прийшли разом побути, Господі, в цей час, Господь, бути разом з ними, співчувати, молитись, співати. Благослови це похоронне служіння і тут церкві зараз благослови в співах, молитвах, проповідях. Во всьому будь прославлений наш вічний Бог,
навеки. Аминь. Начиная наше богослужение, мы будем петь «Гора Сион, гора святая» 498. Си минор. Гора Сион, гора святая, престол, где Господа стоит, к тебе стремлюсь, гора родная, где солнце вечное. Дорога церква, дорога родина, хто сьогодні прийшов на це місце розділити печаль наших близьких, рідних, родичів, знайомих. Сьогодні Господь дав нам таку можливість бути на цьому місці, в такій спокійній обстановці, відправити нашу сестру, маму, бабушку, прабабушку в останню дорогу. Дорогі мої, давайте за це скажемо слава Богу. Я прочитаю Слово Господнє, часть одного стиха. Це буде Притчі, 23 глава, 22 стих. «Слушайся отца твоего, он родил тебя, и не пренебрегай матери твоей, когда она и состареет». Не раз приходилось нам посещати цей дім, бути, і ми бачили, як
сестра Таня, дочка, доглядала. Як ніжно обращалися своєю мамою, як внуки гарненько обращалися. І, дорогі друзі, браті, сестри, це велика честь. Я думаю, що коли не дяді і тьоті при живих дітях доглядають твою маму, а коли діти доглянули свою маму. Дорогі мої брати і сестри, за це вам честь, честь і похвала, вся слава Богу. Слава Богу, дорогі друзі. Прийміть щире співчуття від нашої родини Бондарів. Хай Бог потішить ваші серця. Хай Бог вам поможе. І, дорогі мої, я думаю, сидячи вчора на служінні ввечері, і так дивлячись на обстановку, думаю, Господі, як добре, що ми можемо так совершити сьогодні таке служіння. Декілька років назад я мав розмову одним із престарілим чоловіком. Він мені розказав свою історію, своєї житті. Я не пам'ятаю, це був 41-й, може 42-й рік. Каже, нас було четверо дітей в сім'ї. Я був саме старший, мені було 17 років. Каже, одного вечора постукали до нас в двері. Покликали батька. І каже, він більше не прийшов. Каже, пройшов тиждень-два, ми виглядали, він не прийшов. Пройшло дві неділі, постукали знову в двері. Каже, покликали маму. І вона теж більш не вернулася. І він каже, він розказує мені такі слова і каже, ми навіть не могли поховати своїх батьків. І по цей день ми не знаємо, де вони. І, дорогі друзі, Біблія каже, апостол Павло пише до філосилонікійців, за все дякуйте. Даже ми на цьому місці печально, сльози печалі, знаєте, дорогі друзі, але Біблія каже, за все дякуйте. Ми можемо придати праху по Писанню. Цей чоловік каже, ми довго виглядали тата й маму, але вони не прийшли. Дорогі друзі, а Бог вам дав честь доглянути і ще відправити останню путь. Люди там тяжко жили. Люди там тяжко жили, і дивлячись на старших людей, які прибули до Америки. Ви знаєте, я радуюсь за ним, що хоча б можуть тут цих пару років вже дожити в нормальній якійсь добренькій обстановці. Хоча б одихнуть. Хоча годами, як то кажуть, старіють, але якось молодшають на лиці. Так Господь позаботився про нас. Слава Богу! Нехай буде ім'я Господнє благословенно. І Біблія каже, утішайтесь надіждою. Дорогі мої, в нас є надія на встречу з Ісусом Христом і з нашими близькими. Вся слава Йому і честь. Амінь. Вкрай родної, 496. В край родной, страны, в край мира счастья, тишины, стремлюсь я всей душой, в край мира счастья, тишины. Стремлюсь я всей душой, ведь мир не родина моя, ему душа чужда, на небе дом мой и друзья стремится. Стрелять.
Жесток здесь бой, дни тяжелы, и страшно мне в борьбе. Темно среди греховной мглы, в скитальческой борьбе. Темно среди греховной мглы, в скитальческой борьбе. Слава Богу! Я хотів би запросити зараз сюди внучки Оксани, чоловіка Якимчука Самуїла. Він заспіває пісню на англійській мові. Потім розкаже внучка Наташа Шевчук вірш. І якщо є пісня, внук Василь Чеховський заспіваєш, будь ласка. Дякую. Слава Ісусу Христу! Я вас вітаю. Я муж Оксани Бойко. Це дочь Всеволодь. Я хочу заспівати пісню. Це як внук чи внучка, вона згадує, як їхня бабушка вчила їх різні уроки в житті. І ця пісня називається «Сей милость», «Сей благодать». Всі доброту людям. І я чув, як вчора різні внуки і внучки, вони говорили такі добрі слова про свою бабусю. І щоб всі ці уроки, вони глибоко запали в серце наше і ваше. Як вона вчила дітей і цю віру передала своїм внукам і правнукам. І я хочу вас благословити цією піснею. Вона буде по-англійськи, а слава буде на екрані. I can see her now, her weathered skin, old
straw hat and crooked grin. She says, child, let's make this garden grow. Let's till the soil and pull some weeds. And here's your bag of precious seeds. 'Cause grandma's got a secret you should know. You always reap exactly what you sow. So mercy, so great, so kindness, so faith. And words are like water sprinkled with love. You will harvest all your heart's been dreaming of. So mercy. We knelt right there, she took my hand, and that patch of dirt was holy land. And she said, child, I learned this long ago. You can't bless or curse, you can't live or die. You see, you choose the crop you own in life. Now that's the greatest secret that grandma knows. You always reap exactly what you sow. So mercy, so grace, so kindness, so faith. And words are like water sprinkled with love. You will harvest all your heart's been dreaming of. 'Cause one day, God forbid, you act a fool and fall down hard and fast, 'cause life is cruel. If you ever reached to help a friend, the hand you held might lift you up again. What goes around, it comes back around. You always reap exactly what you sow. So sow mercy, sow grace, sow kindness, sow faith. And words are like water sprinkled with love. You will harvest all your heart and dreaming of. You will harvest all your hearts and dreaming of. So mercy. So grace, so kind. Поможе нам Господь.
на прощання. Спливають роки, дні за днями, стежками вдалечінь ідуть, прощаються тихенько з нами, даючи шлях життя відчуть. Бабуся наша теж свій шлях завершила спокійно, тихо. У рідних сльози на очах її життя закрилась книга. В тій книзі спогади життя, наповнені до краю вірою, давав Бог щирі почуття та благодать зливав без міри. Бо долю на землі в турботах проходила бабуся наша, були і радість, і скорботи, і сліз наповнилася чаша. Натхненно за дітей молилась, а потім додалися внуки, і в небо з вірою дивилась та підіймала за всіх руки. Її молитви зберігали на всіх шляхах життєвих нас, надію нам в серця вкладали в скрутний випробування час. Сьогодні всі зібрались тут, щоб попрощатися з бабусею. Вже звільнена її душа пішла на зустріч з Ісусом. А ми всі будемо пам'ятати бабусі посмішку, що гріла. Вона всіх знову біля себе в останній раз зібрать суміла. Амінь. Мир вам, дорогі друзі, дорога родина. Хочеться теж сказати пару слів. Я вдячний Богові за те, що я з родини Бойків. І мені приємно бути в такій сім'ї. Мені трохи важко балакати зараз, але хочу сказати, що нас Бог благословив дуже добрими батьками. Бабусею, дідом Василем. І все, що ми згадуємо, це дуже приємне наше дитинство, коли ми в селі приїздили до них. І дуже гарний час завжди був. І все, що можна згадати, це ми навіть колись з Сашком, я згадую, запалили копицю сіна біля хати. І бабуся наша побачила баба Ганя, вона вибігла. Вона вспіла її загасити, і навіть тоді вона на нас якось не накричала, настільки вона була мирна людина і добра. І є багато чого приємного згадати, але хочеться подякувати Богу. І ви знаєте, в Слові Божому написано такі вірші за царя Давида. Мені завжди приємно це читати, бо там написані такі слова, що Давид ділав угодне в очах Господа. І після Давіда було багато царів на землі, які робили неугодне в очах Бога, але написано, що Бог помілував їх раді раба свого Давіда. Щось Давід щось таке зробив, що він настільки вгодив Богу, що Господь милував навіть нечестивих царів. І сьогодні я розумію, що дякуючи нашим дідам, бабусям, вони настільки жили свято перед Богом, що сьогодні навіть ми з вами, онуки, благословені Богом. І велика слава Богу за це. Ми хочемо заспівати пісню з братом. На развилках жизненных дорог мы порой
друзей своих теряли. Плакал тот, кто слез держать не смог. Меньше стало нас, но Бог был с нами. Уставая, подали в пыли. Имя Божье в помощь призывая, поднимаясь, за Иисусом снова шли. Веруя, что Он нас не оставит, веруя, надеясь и любя, путь земной свой им благословляя. Милые, любимые друзья, радуйтесь, Иисус нас не оставит. Веруя, надеясь и любя, путь земной свой им благословляя. Милые, любимые друзья, радуйтесь, Иисус нас не оставит. Сколько раз хотел нас сатана сеять в этом мире, как пшеницу. Но осана, слава, кровь Христа снова нас едино съединяла. Силой Божьей разрывались цепи зла, когда мы единодушие стояли. Как там, где колебалась земля, мы ответ от Бога получали. Веруя, надеясь и любя, путь земной свой им благословляя. Милые, любимые друзья, радуйтесь, Иисус нас не оставит. Веруя, надеясь и любя, путь земной свой им благословляя. Милые, любимые друзья, радуйтесь, Иисус нас не оставит. Радуйтесь, Иисус нас не оставит. Слава Иисусу. Согреет в объятиях Отец. Скоро на небо закончатся скорби, Спаситель возложит нам славы венец. Скоро на небо. Скоро на небо.
поздней ночью. Размышляй, мой друг, со мной, что нас ждет там, в вечной славе, приготовленной Христом. Скоро на небо Божьи дети нас там согреет в объятиях Отец. Скоро на небо закончатся скорби, Спаситель возложит нам славы венец. Если изнемог, ты не одинок, с тобою рядом Бог. Чтоб не было в пути, ты вперед иди и за Христа стержись. Закончится гроза, поднимем мы глаза и к вечным небесам мы обретем покой, когда придем домой, в небесный наш покой. Скоро на небо Божьи дети нас там согреет в объятиях Отец. Скоро на небо закончатся скорби, Спаситель возложит нам славы венец. Скоро на небо. Скоро на небо. Слава Иисусу. Мы пели псалом за удел, который Бог наделил падшего человека. Поэтому апостол Павел говорит такие слова. «Бог посылает меня к язычникам, чтобы они обратились от тьмы к свету, от власти сатаны к Богу, получили прощение грехов именем моим и жребий с освященными». Поэтому на нашу долю выпал вот этот удел, жребий с освященными. Слава Богу! Благословен Господь! Знаете, сегодня те дни, когда вспоминают о рождении Христа, и давайте мы сразу обратимся к Слову Божьему, то, что говорит Иаков в первой главе, «Примите кротости насаждаемое Слово, которое могущее спасти ваши души». Это слово, но не потеряло силу. Слово стало плотью и обитало, знаете, пришло на землю, обитало между людьми. И слово Божие говорит нам, апостол Павел тоже, об этой тайне. Это первое послание к Тимофею, 3 глава, 16 стих. И апостол Павел говорит, что беспрекословно великая тайна Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедовал в народах, принят верою в мире и вознесся во славе. Знаете, вот такая тайна. Бог, Сын Божий, оставив небо, воплотившись в тело человека, пришел на землю. Брат Виктор прочитывал и о другой тайне, который написан апостол Павел в послании к Коринфянам, 15 глава, 51 стих. «Говорю вам тайну, не всеми умрем,
но все изменимся, потому что при вот трубе вострубит, мертвые воскреснут прежде, а потом мы, оставшиеся в живых. Это слово было прочитано и вчера в послании к Фессалоникийцам, 4 глава, 13 стих. Почему я все это говорю? Знаете, Бог принес на эту землю вот эту тайну, тайну воскресения, которую многие пережили в Слове Божьем, и прославлять имя Бога. Знаете, брат Анатолий Панасюк вчера говорил о том, что ему приходилось преподавать вот это служение хлебопреломления там на Украине сестре Анне. Мне тоже пришлось, я думаю, что это было последнее вот это служение, которое мы имели. Я был в доме, и сестра Анна, которая сидела так напротив меня, я прочитывал Слово Божие о страдании Христа, о пролитой крови, что это принесло, и она как-то так сильно сокрушалась. Она пережила вот эту силу благодати, и она знала, что такое участвовать достойно, и сердце сокрушалось, потому что она, наверное, видела то, что приготовлено вот этой удел, о котором мы пели, о котором говорит нам Слово Божие. Поэтому я благодарен Богу, что Бог дал такую славную надежду, что человек при жизни может приобрести, сохранить и впоследствии иметь вот вознаграждение. Знаете, если мы читаем послание к Коринфянам, 15 глава, 22 стих, Слово Божие говорит о двух личностях. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. И второе место – это Откровение, которое было вчера прочитано одним внуком, 14 глава, 13 стих. Я только середину стиха, там написано так. «Отныне блаженные мертвые», там сказано, «напиши, отныне блаженные мертвые, умирающие в Господе». Знаете, есть блаженство умереть в Господе. Слово Божие говорит, что в Адаме все умирают, но не все мертвые блаженны. Для того, чтобы иметь вот это блаженство в конце жизни, его нужно приобрести в начале, живя на земле. Если мы читаем Откровение там в первой главе, «блажен читающий, исполняющие, слушающие, исполняющие слова пророчества книги сей». Поэтому и апостол Павел к римлянам, и там Псалом 31 говорит о том, блажен человек, кому прощены грехи. Поэтому человеку вот получает блаженство прощения грехов, и далее, как апостол Павел говорит, наследство, этот удел с освященными. Дальше мы в воскресный день много слушали о том, о мире. И Слово Божие говорит, Христос тоже говорит, что вот заповеди блаженства от Матфея, 5 глава, там написано 8 стих, «блаженные чистые сердцем, ибо они Бога узрят». И следующий стих говорит, «блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». И Слово Божие говорит о других блаженствах. Вот, например, первый псалом говорит, «блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит там в собрании грешных, не сидит в собрании развратителей». Вот это блаженство, когда человек хранит себя, ходя, вот, исполняя Слово Божие. Поэтому пусть Бог благословит нас сохранить вот эти блаженства, чтобы воистину в конце жизни, как Слово Божие говорит, что блаженны мертвые, умирающие в Господе. Есть места Священного Писания, которые говорят нам тоже о кончине многих людей. И в эти дни мы тоже будем вспоминать, как Симеон имел встречу со Христом,
И знаете, что он сказал? Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа. И он пришел по вдохновению в Дом Господня. И когда принесли младенца в храм, он взял его на руки и сказал: «Ныне отпускаешь раба твою, владыка, с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал перед всеми народами, свет просвещения язычников и славу народа твоего Израиля». Поэтому самое ценное, самое дорогое – это то, сохранить вот эти блаженства, чтобы ходить правильно, чтобы в конце жизни могли сказать, так как сказал вот Симеон: «Отпускаешь раба твоего, владыка, с миром». Поэтому самое ценное в жизни человека – это пережить встречу со Христом, сохранить вот эти заповеди, и чтобы в жизни, в конце жизни вот иметь вот это блаженство – отойти с миром. Знаете, многие, как написано, вот в Адаме умирают, и люди тоже умирали. В мое время, когда я был молодым, это 80-е годы, я работал в городе Киеве. И знаете, тоже богатые люди, тогда вот не президенты, а генеральный секретарь был Леонид Брежнев, он направил 18 лет, и в 82-м году, знаете, он умер. Как в Адаме все умирают. Как Слово Божие говорит, что притча о богаче и Лазаре, тот, который пришествовал блистательно, но пришло время умереть. Положено однажды человеком умереть. Знаете, поэтому блаженны те, которые умирают в Господе. И я уже напоминал вот это место Священного Писания, что блаженны читающие, слушающие, исполняющие. Это говорится в Откровении, в первой главе. И вчера нам напоминали место Священного Писания, Откровение, 22 глава, 7 стих и 14 стих. Там написано, уже не говорится, что блажен читающие или слушающие, там написано блаженные, исполняющие Слово Божие, чтобы иметь им право войти в город воротами. Поэтому различная смерть людей, и знаете, многие умирали, знатные люди, и они кричали: «Погибло все, богатство, слава и душа». А вот Бог таким простым людям, знаете, дал вот такую надежду и упование на Бога, что могли сказать, как Симеон: «Отпускаешь раба твоего, владыка, с миром». Поэтому пусть Бог благословит, чтобы наша жизнь соответствовала Слову Божию, чтобы приобретать и сохранить вот эти качества блаженства, чтобы в конце жизни тоже, как Слово Божие говорит, что блаженные умирающие в Господе. Знаете, сегодня 21 декабря, это тот день перед рождественскими праздниками, мой меньший брат, которому было 40 лет, он пришел с работы, лег спать, и он не проснулся. С этого времени уже прошло 19 лет. Знаете, и Слово Божие говорит, что не скорбите, как прочие, не имеющие надежды. Потому что сам Господь при возвещении Архангела трубе Божией сойдет с неба, все мертвые во Христе воскреснут прежде, а потом и оставшиеся в живых, и вместе с ними будем восхищены на облаках встретения с Господом в воздухе, и так всегда будем. Утешайте всеми словами друг друга. Слово Бога, оно живо и действенно. У Бога не останется бессильным никакое слово. Если Слово Божие говорит, что блаженны мертвые, умирающие в Господе, то воистину это блаженство, оно распространяется. Поэтому пусть Бог благословит родство, Несиных, Бойко и другие семьи. Знаете, приятно было посещать этот дом. И почему-то вот эта встреча, последнее служение, которое было прикосновением тела и крови,
она особо запала в мое сердце, как написано от Марка, «И стало слышно, что он дома». Было слышно, что есть тот, который приходил на эту землю, который ходил по городам и селениям, он и не прошел наших селений, наших городов, простых наших домов. Он вселил эту славную надежду на воскресение мертвых. Слава Богу! Это самое ценное, самое дорогое – иметь упование и веру на Бога. Отойти от этой земли с миром. А если люди были богатые, как этот человек, который было большое богатство, располагал на многие годы, а Бог сказал, всю ночь душу возьмут у тебя, кому достанется то, что ты заготовил. Поэтому апостол Павел также говорит, богатые в нынешнем веке увещевай, чтобы не надеялись на богатство неправедное, но чтобы уповали на Бога живого, потому что есть другое богатство, это на небесах. Поэтому пусть Бог даст нам вот это, собрать это богатство, сохранить, и чтобы пройти вот этот отрезок жизни 70-80 при большей крепости, или даже немножко больше, но все-таки никто не избежит. Лишь только два человека, которые не видели смерти, которые, написано, ходили перед Богом, Енох и Илия. Поэтому пусть Бог благословит, чтобы иметь вот эту встречу, эту надежду, что придет время, и мы не знаем, когда прозвучит эта труба, или когда придет наша кончина. Знаете, один человек сказал, как от подошвы до земли, знаете, вот так плотно, так до мертвого, живому. Поэтому там есть другая жизнь, жизнь вечная, без счета лет. Пусть Бог благословит нас и утвердит в хождении нашем, чтобы наше хождение было правильно, чтобы воистину быть в числе блаженных. Пусть Бог благословит всех, да прославится Его имя. Он достоин этого. Аминь. Мы, вставшие, будем петь «Ночь глубокая, тихо стоят сады» 958. Ми минор. Ночь глубокая, тихо стоят сады, только ты не спишь, мама моя. Слышу шепот губ, все повторяешь ты в жаркой мольбе своей, имя твое. Слышу шепот губ, повторяешь ты в жаркой мольбе своей имя мое. Что бы делал я, если бы не было в испытаниях рядом тебя? Знакома мне жизнь оставила горя следы. Часто так своим непослушанием ранил не думая, плакала ты. Часто своим непослушанием
Воздаст Господь всем нашим матерям по молитвам их за всех детей, чтобы в вечности мамы увидели всех сыновей своих и дочерей. Мамы увидели всех сыновей своих и дочерей. Зараз попрошу брата Василя Чеховського вийти заспівати пісню «Сколько бессонными ночами». І попросив би дітей, щоб ви встали і підійшли до мами під час цієї пісні. І буде після цього заключна проповідь брат Іван Макан. Слава Богу, братья и сестры. Я хотел бы сказать пару слов, что это очень отличное время, это честь для тех, кто уходит из жизни, примирившись с Богом. Это большая честь, когда в доме молитвы такие люди имеют время, когда вокруг них собираются дети, близкие, родственники и церковь. Не всем удостаивается такая честь всем тем, которые уже ушли из жизни, как многих не помнят, где даже они окончили свой земной путь, как многие сестры и братья ушли Господу в лагерях, не обозначил место своей смерти или своей могилы. Это большая честь, когда сегодня мы можем быть в Доме Божьем и провести последний путь наших дорогих близких, матерей, отцов, друзей. Это честь, и за это скажем слава Богу. Я думаю, что сегодня не безразлично всем нам, каждому в своей семье провожать своих близких. Но радость в том, что мы расстаемся на время, и в скором будущем мы снова будем вместе. Слава Христу! Только Он один, который завис между небом и землею, чтобы соединить нас всех, кто остаются, и всех, кто туда перешли. И только посредством крови Христа и креста Христова мы воссоединимся опять в ту вечную Христовую семью, где не будет плача, скорби и расставания. Я знал сестру Анну много лет и бывал там в доме у нее, в селе.
И очень были моменты, когда там совершались в их доме часто богослужения. Я, как сейчас, помню тот двор, когда имели общение во дворе, ставя столы, проводили Слово Божие и пение пред Иисусом Христом в общениях. Прекрасно было и летом, и в разную пору было общение, потому что они служили преданно Господу. Все ушло, как бы вчера, но написано: у Бога ничто не выбывает. Да поможет Бог и напомнить словами псалма, сколько бессонными ночами слезы набегали на глаза. Бессонными ночами слезы набегали на глаза. Мама в тревоге не часами, плачет, плачет целые года. Сколько ты слез у мамы отнял, вытекла бы целая река. Дети, разве можете отдать вы мамино лазурные глаза? Кто же так молится к Иисусу? Кто же спешит вам так помочь? Мама, только мама, мама родная твоя. Кто же так молится к Иисусу? Кто же спешит вам так помочь? Мама, только мама, мама родная твоя. Только Иисус поймет то бремя, маминые слезы навсегда. Дочь, за тебя они пролиты, чаша переполнена твоя. Кто же так молится к Иисусу? Кто же спешит вам так помочь? Мама, только мама, мама родная твоя. Так молится к Иисусу, кто же спешит вам так помочь? Мама, только мама, мама родная твоя. Кто, как не мама, может понять сердце дочери или сына и чувствует всякую боль? Это только мама. Как ей умолкнуть, если снова море жизни уносит тебя? Мама плачет, словно птица в горе. Помните об этом, сыновья. Кто же так молится к Иисусу? Кто же спешит вам так помочь? Мама, только мама, мама родная твоя. Кто же так молится к Иисусу? Кто же спешит вам так помочь? Мама, только мама, мама родная твоя. Только мама, мама родная твоя.
Слава Богу, братья и сестры. Находясь на этом месте, также хочу выразить свои соболезнования семье, родным, близким. Те, которые понесли эту утрату, независимо от возраста близкого человека, мы по-любому скорбим и переживаем. Но я хочу сказать, что, смотря по залу, я на сегодняшний день вижу здесь больше молодых людей, чем людей старшего возраста, и это радует. Слава Богу за это. Я скажу, что вот было сказано предыдущим братом за блаженство, это одно из блаженств находиться на таких богослужениях, на таких мероприятиях, потому что Писание учит нас и говорит, что лучше, я сказал бы, блажение пойти в дом плача, нежели в доме веселья. И на это есть причина. Почему лучше? Потому что в доме плача сердце становится лучше, сердце становится мягче, нежели в доме веселья. В доме веселья, я хочу сказать, что много пустоты, много соперничества, ну и все, что с этим связано. Много даже гордости. А здесь мы можем посмотреть в правильном направлении. Мы смотрим туда, куда уходят люди с этой земли. Мог бы Бог сделать так, чтобы, как написано в Писании, что жизнь человека – это пар, являющийся на малое время. И вот пар исчез, и его нет. Я хочу сказать, что люди потеряли бы ценность взаимоотношений и были бы совсем другие обстоятельства. Бог мог сделать, чтобы мы просто исчезали при окончании жизни. Но это нечто наподобие того, когда Христос оставил заповедь, значит, причастие, так, чтобы мы время от времени вспоминали это напоминание о страдании Христа, напоминание о том, что за нас была уплачена высокая цена, а это напоминание нам, что каждому из нас придется однажды уйти с этой земли. Я живу возле кладбища. Когда я был малым, ходил к бабушке и всегда боялся ходить через кладбище. Дети. Когда я подрос, купил дом возле кладбища. Я только тогда понял ценность. У меня на кладбище выходит слайдор, стеклянные двери. Первое, что я делаю утром, когда просыпаюсь, открываю жалюзи. Я смотрю на эти памятники, на эти могилы или там плиты. Каждая плита, каждая могила – это чья-то жизнь, это чьи-то планы. Вот так как и мы имеем разного рода планы. Люди жили и не думали, что в один день им придется отойти в вечность. К сожалению, мы мало проповедуем в церквах, разве только на похоронных служениях, о том, что нам нужно уйти с этой земли. И потому некоторые, к сожалению, даже среди христиан, они живут так, как будто здесь собираются провести вечность. К стыду. Но мы должны чаще бывать и чаще слушать вот на эти темы, о том, что мы здесь временные жители, не правда ли? Мы об этом говорим иногда, об этом напоминается, но ведут себя многие, как будто здесь нужно пройти вечность. Я сегодня не говорю нашей сестре Анне, я говорю сегодня всем тем молодым людям и не очень молодым о том, что Писание говорит нам сегодня через это служение, о том, что мы временно, это живое свидетельство. Это живое свидетельство, что ты и я в один день мы уйдем и будем точно в таком же положении. Я читаю книгу Езекииля, 12 глава. Бог, когда что-то говорит, Он не говорит абстрактно. Бог всегда показывает иллюстрацию. Так вот, уход жизни, как я сказал, можно было как пар уйти, но это иллюстрация для всех живущих, неважно, христиане или нет.
Здесь говорит Священное Писание, Бог сказал пророку Иезекиилю, что ты, сын человеческий, это третий стих, если вы следите, изготовь нужную для переселения, и среди дня переселяйся пред глазами их, то есть пред всего народа израильского. Речь идет о еврейском народе. Переселяйся с места твоего в другое место перед этим мятежным народом. Я не хочу сказать, что вот мы все здесь мятежники и тому подобное, но мы живем среди неверующих людей. Мы живем среди мятежного народа, который бунтует против Бога посредством разного рода законов и тому подобное, что происходит на сегодняшний день. Люди бунтуют против Бога, они не признают Бога. Так вот, Бог сказал Иезекиилю, для этого народа ты будешь знамением. Берешь себе вещи, необходимые для переселения. Когда мы переселялись сюда, в Америку, мы брали чемодан 2, максимум, правда? И брали только необходимые вещи. Все, что не нужно, мы оставляли. И он говорит, вещи твои вынеси как нужно, только то, что нужно для переселения. Примерно так, берешь рюкзак, или берешь мешок какой-то, берешь кирку, берешь лом или кувалду, неважно что, и идешь к городской стене и начинаешь пробивать стену. Подойдут тебе стражи города и скажут, слушай, человек Божий, что ты делаешь? А, хотите знать, что я делаю? Бог говорит, вот придет время, что вы захотите убежать с этого места точно таким образом. Будете брать только то, что необходимое. Все остальное, что вы нажили в этом городе, оно все останется здесь, и вы с собой ничего не возьмете. Так вот, об этом я говорю за живое свидетельство. Какие же вещи нужны нам для того, чтобы переселиться и быть в этом Царстве Небесном, о котором мы проповедуем и куда стремимся? Мне нравится иллюстрация одного философа прошлого столетия, который сравнивал жизнь человека с ездой в поезде. Вот точно так, как поезд имеет разного рода вагоны, есть люкс, есть плацкартные, есть грузовые вагоны, разного рода вагоны. Единственное, что объединяет всех этих, у них один проводник по имени смерть. И люди в этом мире ездят разного класса в вагонах. Мы видим людей богатых, средних, бедных, ну, разный уровень людей. В один из дней подходит этот проводник и говорит, друг, твоя остановка, пора на выход. И когда останавливается поезд или автобус, и мы хотим выйти, каждый берет свои вещи, то, что он с собой несет. Я говорю, слушай, подожди, тебе ничего не надо. Туда, куда ты сейчас направляешься, есть необходимые вещи. Только то проходит Царство Небесное, которым я сейчас прочитаю. Это будет второе послание апостола Петра из 5 стиха. 4 стих говорит апостол Петр, что вот эти драгоценные обетования, вот то, что Бог нас предупредил, что необходимо нам в Царстве Небесном, куда мы с вами направляемся, и что только проходит туда, потому что мы в своих руках ничего не возьмем, как мы видим не раз на похоронах. Так вот здесь что говорится. Имея драгоценные великие обетования во Христе Иисусе, мы к тому, что получили благодать, потому что некоторые люди думают, и модерное учение христианства, что ничего не нужно делать, потому что Бог сделал для спасения все, и это будет абсолютная правда, но только половина правды. То, что Он умер за нас, воскрес для нашего оправдания, это факт. Но то, что ты и я должны сделать со своей стороны, а именно, если мы получили освящение во Христе Иисусе, получили святость от Бога, праведность от Него, то с нашей стороны, если мы получили праведность и святость, зачем еще книга Откровения говорит, святый, да освящается, как? Еще. Возникает вопрос, так нас освятил Христос или нет? Освящены мы Его словом или нет? Здесь говорится о том, что Христос сделал свою часть работы, а мы должны делать свою часть работы. И Писание предупреждает, смотри, чтобы кто не восхитил венца твоего.
Самый простой элементарный вопрос. Если у вас есть $1 в кармане, у вас есть огромный шанс его потерять. Вы вытащили руку с кармана, и доллар улетел, так? Вытащили расческу, оно полетело. Если у вас его нету, вы потерять никогда не сможете. Но если он у вас есть, то великий шанс есть его потерять. Точно так и со спасением. Написано: береги, чтобы кто не восхитил венца твоего. Оказывается, что кто-то может восхитить. Поэтому Священное Писание предупреждает нас, что для нас, живущих на земле и принявших Иисуса Христа как своего личного Спасителя, мы должны сделать свою часть на протяжении нашей жизни. А что именно мы должны к тому, что сделал для нас Христос, прилагая старание, показать в нашей вере добродетель, добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, братолюбие и любовь. Если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Аллилуйя! Если это есть и умножается, то ни один из слушающих сегодня, неважно, онлайн или здесь в доме молитвы, мы не останемся без успеха и плода. Дальше, говорит апостол Петр, а в ком нет этого, тех качеств, которые мы прочитали, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Поэтому, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь. Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Хвала Богу за это. Поэтому Бог предупреждает, Он, что нам необходимо и над чем нужно работать. Поэтому все то, что остается в этом городе, как я сказал, Езекииль взял кирку и начал копать дыру себе в стене, показывая, каким образом люди будут убегать из этого города. Все, что там останется для нас, для жителей Нового Завета, отложить всякую злобу, всякое коварство, лицемерие, зависть и всякое злословие. Не нужны эти вещи нам, не правда ли? Или нужны? Если это будет не один, может посещать дом молитвы десятилетиями, но если это у него будет хоть зависть, хоть злоба, коварство, лицемерие, злословие. Злословие – это значит говорить злые слова на братьев, на сестер, извиняюсь, на церковь. Это приводит к катастрофе. Мы должны иметь, когда подойдет нам этот проводник, мы должны знать, что мы можем взять с собой. Остальное ничего не пройдет. Поэтому давайте мы сейчас помолимся, попросим Господа, чтобы Господь помог нам разобраться в этой жизни, если кто-то еще не разобрался, что нам нужно для переселения, чтобы нам в конце нашей жизни не постыдиться, потому что будут многие постыжены. Они скажут: как? Так мы же тебе служили, мы же пели, мы именем твоим делали какие-то вещи. Я говорю: слушай, ребята, откуда вы? Я вас вообще не знаю. Я бы не знаю, откуда вы взялись здесь. Это страшное положение. Поэтому пока есть время, пока есть возможность изменяться, каяться, просить прощения, примиряться, чтобы иметь свободный доступ к Царству Небесному, как здесь написано. Пусть Бог поможет нам. Аминь. Встанем для молитвы. Отец Небесный, мы стоим у ног Твоих, Господи, благодарим Тебя, наш Царь и наш Бог, что Ты учишь нас через Слово Твое, Господь, какие вещи нужны нам для переселения, для того, чтобы быть в Царстве Твоем, в Царстве Небесном, в котором Ты, Господь Иисус, приготовил всем уверовавшим Тебя, Господь, и всем сохранившим себя в чистоте и святости, сохранившим одежды праведности, которые Ты дал нам. Ты через Слово Твое учишь, Господи, чтобы все эти хорошие, благочестивые вещи, они умножались для того, чтобы мы имели успех, для того, чтобы мы имели плод в познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, которого мы любим, Слово которого чтим,
и слова, которые хотим исполнить в жизни нашей. Слава Тебе за это, Господь! Я умоляю Тебя за каждого из нас, за меня и за народ, который стоит перед лицом Твоим. Если мы, Господи, так не поступали, прости нас, омой, очисти и освети, потому что сегодня жертва Твоя еще действительно для того, чтобы миловать и спасать. Слава Тебе за это. В молитве нашей, Господи, я прошу также за народ, который стоит перед лицом Твоим, за родственников, Господь, которые понесли эту тяжелую утрату, Господь. Я умоляю Тебя, Ты утешитель, Господь, потому что, как Слово Твое говорит, что мы люди, мы жалкие утешители, особенно кто не терял свою жизнь близких, то тот, наверное, не понимает эту ситуацию, в которой находятся сегодня близкие родственники, которые потеряли свою близкую родственницу, бабушку, мать и тому подобное. Я прошу Тебя, Господи, благослови это семейство, все, которые понесли эту утрату. Также прошу Твоего благословения, чтобы Ты благословил, Господи, предстоящий путь до кладбища. Храни от аварий, храни от несчастных случаев и различных инцидентов, которые могут случиться в транспорте. Господи, благослови этот путь, и пусть во всем прославится Твое святое и великое имя, и через это служение. Аминь. Будем стоя петь «Мы у берега земного», 491, соль минор. Мы у берега земного, там за
Цього часу нам поміг Бог і совершили це служення похоронне на цьому місці молитвеному домі. Останній раз діти, онуки і правнуки з мамою в молитвеному домі. Ми будемо відправлятися. І так було приємно дивитись, коли була пісня про маму, і діти стали близько так. І щось так подивився, я дивився, женське серце все одно м'якше. Сини, як мужчини, вони так, як воїни, стали так. І мені теж так нравилось, так мужественно пережили цей час і послухали цю пісню. А дочки роняли сльозу. Ну, так воно в житті є. Хай Бог усіх вас благословить. Ми відправляємося в дорогу на кладбище. Будемо в даний час виходити. І будуть построєні машини. Візьмемо, якщо є флажки, включені світові прибори, і так акуратно будемо слідувати друг за другом. Хай Бог усьому цьому поможе. Встаємо, виходимо, а діти останній раз ще глянуть.